Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Махмутлар. В этом проекте продаются несколько квартир. Проект будет готов максимум через 4 месяца. Мне сказали 3 месяца, но скажу, что максимум 4 месяца. Фасад весь готов, осталось окна и вот внутренняя отделка уже почти сделана где-то. Сейчас сами увидите. Тут также есть инфраструктура. То, что осталось у нас на прайс-листе, это вот две квартиры внизу, 2 плюс 1 и дуплексы. Вот дуплекс 3 плюс 1 и 2 плюс 1. Цену этого проекта, значит, дуплекс стоит 3 плюс 1 150 тысяч евро, там 200 квадратных метров брутто, жилая где-то, наверное, 160. Я сейчас постараюсь подняться наверх. Также есть 2 плюс 1 дуплекс, 120 тысяч евро. 2 плюс 1 прямая, одноуровневая, 93 тысячи евро. И 1 плюс 1, 2 квартиры по 65 тысяч евро. Вот. Подробная информация, 3D фотки я отправлю вам прайс-лист. Расстояние отсюда до моря максимум 520 метров. Это конец Махмутлара, начало Каркаджака. Вот здесь сеть магазинов А101. Проект стоял уже 2,5 года где-то. Застройщик поменялся. И сейчас вот начали достраивать этот проект. Тут будет открытая парковка, открытый бассейн. Сейчас посмотрим на голову, чтобы ничего не упало. Два лифта. Планировка 1 плюс 1, пятый номер, это четвертый, пятый где? Вот, 1 плюс 1, пятая квартира. Входим, прихожая, с правой стороны санузел, тут спальня, где-то 10,5 квадратных метров, балкон. Вот эта квартира 165 тысяч евро. В этих квартирах есть торг. Строит застройщик друг. И он как бы перекупил этот проект и сейчас достраивает. И вот балкон где-то 5 квадратных метров. Здесь будет бассейн, зона барбекю, беседка. Так, что у мастера спросил, говорит, да, через за 15 дней уже подключат все, поставят окна, инфраструктуру начнут делать. Займет, говорит, 3 месяца. Быстро строят, вот такая вот система здесь стройки. Значит, здесь сторона была южная, там у нас море в той стороне, и район Махмутлар. Сейчас я поднимусь на верхние этажи. Покажу оттуда вам планировку 2 плюс 1. Ага. Здесь внизу, кажется, будет инфраструктура. Давайте я приблизительно покажу вам, какую квартиру. 8-я. Здесь тоже что-то есть. Поднимемся наверх. Тоже со мной поднимайтесь. Номер 18 15. Это 16 16, 2 плюс 1. Давайте я приблизительно покажу. Но квартира вот эта наверху, 2 плюс 1, 44, верхний этаж. Планировка просто покажу, а то придется подниматься на 6 этаж или 7 этаж. У нас прихожая, здесь санузел большой. Вот. Первая спальня. Вот эта квартира, которую я вам сейчас показываю. Но она на нижнем этаже, вот 16 сейчас снимается. Она, значит, 2, 3, 4. Вот. Этажность.
Спальня где-то у нас 12 квадратных метров. Здесь встроенный шкаф, стиральная машинка, проточный водонагреватель. Это гостиная комната в длину. Кухня где в длину. Нет, это была спальня. Это спальня у нас. Большая спальня. И вот гостиная комната, совмещенная с кухней. Квадратуры большие, дорогие зрители. 93 тысячи евро. 2 плюс 1. 2 плюс 1, они большие. Вот такой вид будет с высокого этажа, как бы на это здание, на горы. Балкон тоже большой. И дуплекс. Дуплексу придется мне подниматься. Сейчас ждите, дорогие зрители. Пятьдесят восьмая квартира. Так, северная, юго-восточная сторона. Цена этой квартиры 150 тысяч евро. Есть торг. Так что с ценами поможем. Здесь прихожая, шкафчик, санузел, первая спальня. Это из спальни. Это восточная сторона. Северную сторону написали. Ошибочка, кажется. Вот гостиная комната. Большая. Тут балкон. Такой вид, даже видно крепость Алании. Море тоже видно отсюда кусочек. И соседнее здание. Так, наверх поднимаемся. Это одна спальня, она хозяйская. Здесь гардероб, кажется. Да, гардеробная. Большая спальня. Тут балкончик, терраса. Вот. Ого, большая терраса. Вот. Терраса большая. 3 плюс 1. Здесь еще один большой санузел. Одна спальня. Тоже 12-13 квадратных метров. Не маленькая. И здесь тупик. Короче, здесь что-то. Тоже шкафчик. Это был 3 плюс 1. Сейчас я спущусь, покажу вам. Рядом есть еще 2 плюс 1. Это у нас 59-я квартира, да, 59-я. Заходим, 2 плюс 1, дуплекс, двухуровневая. Первый большой санузел. Угу. Сюда можно, здесь у нас кухня в этой стороне. И гостиная, что ли, да, она маленькая. Кухня-гостиная. Балкон. И кусочек вида на море, вид кусочек на горы, южная сторона, высокие потолки, 208 сантиметров. Идемте наверх, тут прихожая верхнего этажа, это хозяйская спальня, здесь
санну взял. И не понял. Тут туалет с душевой кабинкой. Здесь, наверное, раковину ставят. Да. И терраса с видом на крепость Алании. Вот она оттуда видна. Море и соседнее здание. Холодно мне. Здесь что-то еще есть у нас. И какая-то комната. Тоже проект, гардеробная, прачечная. Что хотите, можете сделать. Кладовка большая. Где-то здесь 7 квадратных метров. И вот у нас вторая спальня. Одна здесь, одна тут. Это хозяйская, это дополнительная детская. Как хотите, можете сделать. Двухуровневые квартиры. Все, дорогие зрители, будет сауна, римская парная, фитнес. Все 3D фотки я вам отправлю на WhatsApp или там Telegram. Если не отвечу в Телеграме, как-нибудь напишите в WhatsApp, я туда зайду и гляну. Хорошо, с вами был кто? Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем желаю радости в жизни, крепкого здоровья, процветания, терпения, чтобы все это закончилось. Всем пока-пока.